Что? Я что-то проспала? А, так сейчас всего лишь половина восьмой. Кстати, всем привет, ребята. Я сегодня начал съемку, потому что я хотел купить скрепыш в виде картинки это, да, ребят? Вы, наверное, спросите, а как ты его купишь? У тебя же в районе гуляет лимоноголовый. Я вам скажу, ребят, не прошла неделя, и у него оторвали с головы лимон, и разделили его на кусочки, и продали на рынке в другом районе, потому что в этом нет рынка. И так вот, и потом еще... А потом, короче, а тело еще думают, куда бы выбросить. Так что его положили возле нашего дома, да, ребят? Ребят, если что, я нахожусь сейчас в другом районе. Вы спросите, почему у меня та же самая квартира? А потому что здесь дома почти везде одинаковые, но не в этом районе находится этот, как его... Как его там рынок. Вот, и он совсем в другом районе. Вот, ребят, видите, здесь даже машина другая. Я переехал сюда, потому что думал, там все еще этот монстр. Ребят, вы спросите, а почему леса не видно? Потому что, вот, видите, небо не такое, как раньше, леса не видно. А потому что, ребят, я как говорил, в другом районе, и отсюда его не видно. Он очень далеко от того. Видите, пока что мне дали эту машину на прокат на несколько дней. А как раз таки вы только что кое-что увидели, вот. Думают, куда же тело этого голового выбросить. Вот как раз таки оно, ребят, смотрите. Вот сейчас запущу дрон. Вот, видите, вот такое вот у меня вот. То есть не у меня, а вот у сиреноголового тела. Ладно, что ж, давайте продолжим игру. Что ж, погнали тогда. Ребят, а самое классное, что здесь тоже есть магнит, и тут тоже продают скрепыши. И он близко к моему дому. Ребят, это очень классно. Ладно. Что ж, давайте-ка. Смотрите, Cartoon Cat скрепыш. Реально, глядите, Cartoon Cat скрепыш. Но все тоже разобрались здесь? Здравствуйте, а можно, пожалуйста, Cartoon Cat скрепыш купить? Он, его здесь все раскупили. Его здесь все... здесь у вас тоже всех раскупили? Да. Этот скрепыш, он стоит. Это редкий и тоже необычный скрепыш. Он стоит 5000. У меня есть еще скрепыши, но они очень дорогие. Ладно, давайте. Вот 5. Есть 10 000. Вот берите сдачу 5. Ладно, спасибо. Все, беру скрепыши, значит. Вот, все, спасибо за скрепыш, все, я могу идти. Конечно, спасибо за покупку. Пока, ребят. А может мне вернуть этот скрепыш? Вдруг реально сейчас опять-таки что-то появится. Мне очень страшно, ребят. Очень страшно. Ребят, реально, давайте не буду этого. Ну ладно, если сейчас этот скрепыш превратится в что-то, то я буду подкупать только обычные, а не такие там, где говорят, необычные скрепыши. Ладно, давайте. В этом районе у меня на обоих этажах есть вода. Давайте покажу. Я на первый, потому что у меня есть там кипятящая вода, опять-таки может 3 часа его держать. Давайте сейчас подержу. Ладно, ребят, вот у меня первый этаж. Все, давайте я сейчас найду водичку. У меня она где-то здесь вот сейчас в холодильнике на кухне. Вон там сейчас. Я сейчас открою холодильник, поищу водичку. И вы пока что это... Подождите. Так, ребят, вы спросите, почему я шепчусь? Потому что я, когда его... Сильнее, чем я думал. Ребят, короче, сейчас.
Ладно, тикаем, 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 тикаем. Вы это тоже видели? Так, ладно, он меня все равно слышит. Ребят, вы это тоже видели? Все, я больше никогда необычных скрепышей не покупаю. А пока что я пойду скажу военным, чтобы меня не арестовывали. А все, я больше такого никогда не буду делать, ребят. Что ж, я этого монстра как-то попытаюсь угнать. А я пока что буду заводить машину. А вам, ребят, хорошего дня и пока!